Фирма «Рыбак Камчатки» вот уже несколько лет привозит в Сочи разнообразную рыбную продукцию. Ее специально готовят перед поездкой, поэтому она всегда свежая, и это сразу можно понять. Покупатели оценивают товары, даже узнают заранее, когда будет организована следующая поставка рыбы и икры. Привезли икру в ассортименте этого года, икра свежайшая, ичавычу, кижу, ченерка, киту привезли. Вот, большой ассортимент консерв «Сахалин-Камчатка». Для ассортимента привезли еще омуль байкальский, муксун якутия. Очень нежнейшие рыбы по своему вкусу и качеству. Компания «Рыбак Камчатки» известна во многих городах России, теперь и в Крыму. Транспортируется продукция исключительно в готовом виде, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества. И здесь на выставке можно купить либо белую, либо красную рыбу. Кого-то могут заинтересовать и другие деликатесы. Продукцию фирмы «Рыбак Камчатки» можно купить в новом выставочном центре Уморпорта по адресу улица Несебрского, 1Б, где 28 октября открывается выставка «Гостиничный ресторанный Олимп». Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.